Ребята, продолжаем обзор перлов с моего форума. Ваше мнение по поводу болгарского препарата Требистан. Можно ли рекомендовать Требистан моим друзьям? Тем более, что среди моих друзей есть пара, которая пьет Требистан перед каждым половым актом. И затем у них точно такой же секс, один в один, как у пар фильмов режиссера Марийка. Вот раскрыт бомбический эффект половых актов пары с порнофильмов. Указанный мной препарат тоже рекомендую постоянно использовать. Понравится? Будьте всем, кого знаете, рекомендовать болгарский препарат Требистан. А что у него за главное действующее вещество, спрашивает этот человек. И смотрю, директор моего сайта ему пишет, наверное, это фуфломицин. Ребята, да, действующее вещество Требистана – это фуфломицин. А вот что могу сказать по поводу этого препарата? За долгие годы работы и назначение всевозможных препаратов, стимулирующих эрекцию, могу вам на полном серьезе сказать, что Требистан помогает за счет плацебо-эффекта. То есть он помогает испуганным и тем, у кого и так все нормально. То есть молодым, сильным и здоровым он помогает, потому что у них и так все может хорошо получиться. И испуганным, как и тревожным, которые думают, вдруг сегодня не получится, а им такие, вот, на тебе палочку-выручалочку. И они такие, ой, с палочкой-выручалочкой теперь точно должно получиться. Да, и вот этот плацебо-эффект, что они не сами, что они с костылем сегодня, он их спасает и дает им некую уверенность. В Требистане нет никакого, какого-то глобального действующего вещества, которое могло бы вытянуть там за шкирку из-за проблемы людей, у которых действительно есть какие-то нарушения эрекции. Ну и самое главное, секрет пар в порнофильмах. Мне, ребята, так радуют ваши формулировки. Вот и раскрыт секрет пар в порнофильмах. Вот они почему так долго кончают-то, ребят. Ну что ж вы такие наивные-то, а? Господи, да женщины в этих порнофильмах такие бабки получают, что за такие бабки не только долгий половой акт, еще и неоднократный, согласишься. А у мужиков там вводятся препараты центрального действия, как правило, из ингибиторов обратного захвата серотонина, которые блокируют центр оргазма. И они на этих препаратах могут пили часами, просто часами. Просто принял препарат и пили. Все равно ты же пилишь ради бабла, ради кино, не ради оргазма. Вот они и пилят. Кстати, если вам понравилась эта идея, имейте в виду, что мужчины, а порно-актеры получают за свою смену примерно в 2,5 раза меньше, чем женщины, и всех подряд туда не возьмут. Нет. Должны быть красавчики с половыми членами, как глобля, не меньше. Вот, поэтому нормальным мужчинам туда просто не надо, потому что у вас разбалансируется центр, мотивирующий к разбалансируется мотивация к сексу с центром оргазма. У мужчин мотивация к сексу как бы заточена на центр оргазма. Он идет заниматься сексом, чтобы получать оргазм. А если мужчина идет заниматься сексом, но не получает оргазм, то зачем ему им заниматься? И такие мужчины, кто в этом принимает участие, очень скоро теряют возможность вообще получать какие-то ощущения и теряют желание заниматься сексом вообще.